Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом Игры». Сегодня мы открываем наборы для творчества, делаем магнитики и раскрашиваем. Наборы рекомендуемый возраст от 5 лет. Торговая марка «Рана Креатив» – это делает Украина. Вот, наборы разные. В основном сегодня покажем только для мальчиков. То есть тут есть и машинки, и есть вот такой вот транспорт. Есть вот такие вот летачки и вот такие вот летачки. Вот. Давайте посмотрим, что здесь есть внутри. Пластиковый стаканчик. Подробная пошаговая инструкция. Инструкция на двух языках. Черно-белая на украинском языке и на русском языке вот такая вот красочная. Тут пошагово все расписывается, как нужно делать, что зачем. Правила техники безопасности. Вот есть цвета, как смешивать. Табличка, вот, и в принципе тут как нужно это все сделать, и что у нас получится. Вот, кисточка, краски акриловые, очень хорошо продумано, краски закрываются крышечкой сверху, вот, то есть промотали, закрыли, то есть и так быстро высохнут. Вот, пакетики, есть еще гипс, вот такой. Гипса хватает ровно на 4 фигурки, которые нужно сделать. Магнитная лента. Магнитная лента, хочу заметить, что очень хорошая. Такая толстенькая, вот, и в принципе она будет держать этот магнитик. Вот, пластиковая ложечка и двусторонний скотч. Это если не хватит на магнитик приклеить. Вот. А, и еще не забыла показать, вот, в принципе, сама основа, форма. То есть тут 4 формочки, 4 разные машинки. Вот, что мы вначале делаем? Вначале засыпаем сюда в стаканчик, засыпаем гипс. И начинаем понемножку добавлять водичку. Водичку добавляем, размешиваем. Вот, гипс очень быстро застывает, поэтому это нужно очень быстро сделать. То есть размешали, сюда залили формочки ложечкой. Вот, ну, можно ложечкой, можно, в принципе, со стаканчика заливать. Разрезали магнитную ленту, положили сразу, потому что если вы магнитную ленту не положите сразу, потом вы ее ничем не приклеите, ни на какой, ни на двухсторонний скотч. Вот она должна прихватиться сразу вместе с гипсом. Вот, и оставляем на пару часиков, чтобы он застыл. Нужно дать ему хорошо, даже не 2, а можно 4 часа, чтобы гипс застыл. Вот, потом его с формой вытаскиваем, такие вот эти машинки. И начинаем, приступаем к раскрашиванию. Вот, раскрашивать можно на свое усмотрение, можно по тем картинкам, которые предлагает производитель, то есть по тем цветам. Вот они указаны на коробочке. Можно, в принципе, самому придумать какую-то свою раскраску. Эти наборы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Дом Игры». Мы рады вам будем помочь в этом. Всем спасибо. До новых встреч.